Местное отделение партии «Единая Россия» совместно с соцзащитой продолжают обзванивать жителей региона, оказавшихся в зоне риска, и предлагать помощи различного характера. Только с начала этой недели партийные волонтеры совершили более 17,5 тысяч таких звонков и отработали почти 750 обращений. Один из ярких примеров. Волонтерский штаб Одинцовского городского округа поступило обращение от Зои Петровны, жительницы города Одинцова, проживающей сейчас на даче в Салманово. Пенсионерка нуждалась в продуктах. Волонтеры купили все необходимое и вместе с депутатом Совета депутатов Вячеславом Киреевым передали ей заказ.